Знайнаши продолжает постигать тонкости шопинга вместе с крупнейшим и старейшим магазином города Центральным универмагом. В прошлых выпусках мы следили за перемещением акционных ценников по отделам интернет-дискаунтера «Все для дома» нового крупного проекта ЦУМа. А сегодня побываем в самом универмаге. И не без повода. Итак, новейшие секреты выгодных и удобных покупок. Или ЦУМ Клаб – совместный проект универмага с Белгазпромбанком. Отдельно интересный, если что-то нужно купить, а свободных денег нет. Оформляем специальную карту покупок, получаем беспроцентную рассрочку на 6 месяцев в ЦУМе и магазинах-партнерах банка. И дополнительно приятных 2% скидки в универмаге. Все просто и быстро. Паспорт, справка о доходах за последние 3 месяца и через полчаса карта наша. Здесь, на первом этаже универмага или в любом отделении Белгазпромбанка. Спасибо, Аня. Ну вот теперь у нас есть карта покупок. И будем превращать ее в карту скидок и становиться участниками ЦУМ Клаба. Для этого нужно подняться в 528 кабинет, и это важно. И очень просто. Здесь сотрудник универмага активирует карту. И, собственно, все. Отныне мы имеем сумму денег на карте покупок, 2% скидку и 6-месячную рассрочку без переплат. А в будущем еще и всяческие персональные бонусы, доступные только членам клуба. И вот только теперь идем тратить деньги. С умом, разумеется. И тоже по поводу. Август – горячий сезон для всех, в чьих семьях есть школьники. ЦУМ объявляет сезон подготовки к школе открытым. И это видно уже на входе. Ну, молодцы. Как положено всякому хорошему магазину, сезонные островки напоминают о своевременности покупок и презентуют хиты лицом. Школьная тема рассказана в универмаге на всех этажах. Канцелярские товары – это первый этаж, от ручки до тетрадки – в удобной открытой выкладке. А выше, на втором – рюкзаки и портфели, сумки для сменки и уроков физкультуры и все, что может понадобиться школьнику из галантереи на каждый день. И, наконец, рядом большой просторный детский мир. Здесь будем искать школьную форму. Хотя не так. Современная школьная мода диктует более свободные правила и предлагает искать вдохновение в одежде делового стиля. Двоечки, троечки, бабочки – тот самый деловой стиль, который совсем не обязан быть скучным. Вот посмотрите, такая casual вещичка. Очень стильно, расти маленьких хипстеров. Или вот, например, трикотаж с такими классными отворотными манжетами. Здорово. Классические пиджаки, укороченные приталенные, с модными кожаными или замшевыми налокотниками, однотонные или стильные клетки, готовые комплекты или собираем ансамбль сами. Все это прекрасно дружит со школьным деловым трендом и запросто решается в детском мире ЦУМа. И это только мальчики, а в гардеробе девочек и вовсе заблудиться можно при таком-то выборе. Деловой стиль очень требовательный, и поэтому, если вы не уверены в своих стилях, дизайнеры делают вот такие подсказки и собирают целые готовые комплекты, которые можно и при необходимости раскомплектовать. Это могут быть платья, все что угодно, или вот такие сарафаны. К нему, очевидно, необходима блузка, ну а блузки это уж выбираете. Здесь их сколько хочешь. Строгие и нарядные, с разнообразными декорами и интересными решениями кроя. Красивые и комфортные, одобренные для повседневной носки ребенка. А ценовой диапазон также крайне разнообразен. Ну и карта покупок ЦУМ Клаба с ее скидкой и беспроцентной рассрочкой станет хорошим подспорьем в сборе ребенка в школу. И не только. Условия карты действительны для любой покупки в любом отделе Центрального универмага, а также интернет-дискаунтера «Все для дома». И не забудем о рыбных днях ЦУМа. Лови скидка большая и маленькая. Каждый четверг эта краткосрочная акция так полюбилась покупателям, что универмаг сделал ее постоянной. Поэтому четверги не пропускаем и учимся превращать шопинг в приятное и излишне не обременяющее кошелек мероприятие. Приятных покупок в ЦУМе, а мы непременно продолжим следить за акционными новинками и специальными предложениями уже в следующем выпуске программы.